Симптомы. Дети, отдыхающие в лагере Плёс, начали испытывать 4 июля. У некоторых поднялась температура, мучились рвотой и диареей. Изначально предполагали, что отравились те, кто купался в бассейне. По другой версии, дело было в несвежих продуктах. Роспотребнадзор региона выявил в лагере Плёс 9 случаев острой кишечной инфекции. Болели дети, приехавшие отдыхать из районов Ивановской, Владимирской и Костромской областей. Специалисты пришли к выводу, что возбудителем стал занесенный извне вирус. Путь передачи контактно-бытовой. Животные и пищевые пути были исключены как фактор передачи, потому что по результатам лабораторных исследований возбудителей кишечных инфекций, которая послужила развитию заболевания, ни в пищевых продуктах, ни в суточных пробах, ни в готовых блюдах, ни в питьевой воде, ни в воде бассейна подозрения такие могли быть, у нас не установлены. Прокуратура все же возбудила в отношении ООО «Санаторий с лечением Плёс» и ООО «Санаторий Плёс» на Волге, а также в отношении должностных лиц дела об административных правонарушениях. В ходе проверки были выявлены нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов, эпидемиологических требований к организации питания, требований к условиям труда и оздоровления детей. Назначены штрафы. Роспотребнадзор выдал предписание, специалисты вышли с повторной проверкой. Проведено обследование и лагеря, и пищеблока, в ходе которого установлено, что все выявленные ранее нарушения были устранены, приведен в порядок и места проживания, и изменена схема медицинского сопровождения детей, и поэтому в настоящий момент летняя смена продолжается. К концу июля третью смену в лагере Плёс открыли. Изначально следователи возбуждали уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Сейчас в пресс-службе Следственного комитета отказываются от комментариев. Марина Зейна, телекомпания «Барс».